Многие из тех, кто в свое время читал космическую сагу Фрэнка Герберта «Дюна» и двигал по экрану войска одного из трех великих домов вселенной в «Дюне 2», не раз сетовал на неудобство интерфейса и негибкость некоторых сценариев. Многие из нас просто говорят себе: «Я бы сделал это по-другому». А вот Влад Демьянишин взял и в одиночку переписал игру, сделав такой, какой хотел ее видеть. На это у него ушло около 15 месяцев. Появилась мысль, а что если сделать? Но сам себя говорил: да ты что, с ума сошел, это слишком сложная игра, вот стратегия все-таки, тут очень много нужно подготавливать всего, объем графики, звука, вот эффектов, элементы анимации. Разработка была начата на Turbo Pascal, завершена на Delphi. В процессе было написано множество собственных вспомогательных программ. С их помощью в этой персональной версии расширено игровое окно. Управление полностью соответствует всем клавишам StarCraft и интерфейсу мыши, то есть может осуществляться как левой клавишей мыши, так и правой. Юниты создаются полуавтоматически по мере поступления средств на фабрику, то есть как в жизни, и обладают собственной логикой боя, они тупо ползут на убой, как в классической второй Дюне. В частности, стали более логичны управляемые авиации и носители для харвестеров и танков. Кроме того, и это одно из существенных отличий, юниты могут перемещаться не только по одному, но и группой до 14 объектов, а записывать и выбирать группы юнитов можно так же, как и в StarCraft. Еще одна реальная черта версии Влада – строить юниты можно тем больше, чем построено казарм. На каждую казарму по 20 юнитов, плюс каждый конструкторский двор добавляет возможность построить еще 5. Помимо этого, ему удалось сделать интерфейс более скоростным и ввести еще ряд удобств для игрока. А последние месяцы ушли на создание сетевого варианта игры. Желающие могут связаться с Владом по электронной почте. Я вообще, прежде всего, все делал для себя, то есть ну, для друзей. Вот. В основном, если бы не поддержка друзей, вот, то как бы мне самому это не особо нужно. Это просто определенный этап, чтобы доказать себе, что я это могу.